Начнем с курьезного ЧП. История с неприятным запахом произошла сегодня в Куйбышеве. Местный фермер выгрузил телегу с навозом возле банковского офиса. Причиной такого шага стали неоплаченные кредиты. Чем пахнут заемные деньги, выясняла Оксана Тимошенко. Судя по этим фотографиям, на улице было еще темно, когда к банку подъехал трактор с телегой. Навозную кучу мужчина вывалил прямо перед главным входом, и никто не помешал. Как выяснится позже, охранник видел, что подъехал трактор, но решил, это снегоуборочная машина. Что подумал, когда появились кучи и плакаты с протестами, неизвестно. А это сено зачем? Ну, сам себе убыток сделал, и все, и банку-то это ничего. Зачинщиком навозного бунта оказался фермер Александр Бакшаев. Таким способом он решил рассчитаться с долгами перед банком. По крайней мере, об этом мужчина сообщил одному из новостных телеканалов. На моей шее, практически, наверное, на шеях всех граждан Российской Федерации затянулась петля, такая шершавая удавка кредитного рабства. Я не могу платить по кредитам. Фактически, вот это все, что у меня осталось. Мы же попытались выяснить, где находится хозяйство куйбышевского фермера Бакшаева. Управление сельского хозяйства района нам прокомментировали. О такой фамилии даже не слышали. Да и клиентом этого банка, как выяснилось, Бакшаев тоже не является. Из неофициальных источников нам сообщили, родом он из Куйбышева, но живет в Новосибирске. Уже к 11 часам утра от навозной кучи около дверей банка не осталось даже запаха. Так что для основной массы посетителей финансового учреждения, да и для большинства куйбышевцев, акция неизвестного фермера осталась незамеченной. Но вот последний ли? С этим сегодня разбираются полицейские. Нам очень хочется повысить настроение жителям Куйбышева, которые с утра, идя на работу, столкнулись вот с этим инцидентом. Поэтому мы решили, что завтра, в день Святого Валентина, сотрудники именно на этом месте будут дарить цветы всем прохожим. Чтобы у нас было все-таки у всех предвесеннее, праздничное настроение. Оксана Тимошенко, Елена Подкорытова, Андрей Лебедев. Новости ОТС.